Я не желаю тебе смерти, суккуб. Тогда потанцуй со мной, гонщик, в пламени и в огне. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Marvel против Capcom Infinity. Ну что же, давайте сейчас мы попробуем уделать эту суккуб, которую звать Морриган. Играем, как вы видите, мы за призрачного гонщика. Но что-то у меня без... Оу, безрезультатно все это выходит. Ну подождите, ребят, я только разминаюсь. Все-таки в первый раз играю этим героем, так что я даже не знаю, какие есть у него удары. Да ты уже достала меня, честно говоря, своими фаерболами здесь. Как, а? Ха-ха, вот тебе сбучка. Шикандос. Вау. Выкуси, блин, заблокировала, а? Смотрите, какая она милашка-симпатяшка, это Морриган-то, а? И почему призрачный гонщик отказался с ней поразвлекаться, скажем так? Ну, и еще немножко осталось, и наша победа. Ну что же ты... А, начинается выеживание. Все, ребята, победушка за нами. Дальше смотрим продолжение истории, что нас тут ожидает. Довольно! Какая сила дает тебе право повелевать мной, смертный? Мой разум. И не забываем о силе убеждения, темненькой и светленькой. Ах, Данте, мы же просто играем. Знаю я, до чего доводят твои игры, Морриган. Как дела, призрачный гонщик? Не видел тебя со слияния. В тот день я учуял великое зло, незримо ступающее по миру смертных, терзающее души невинных и забытых. Эхо их боли привело меня сюда. Страсти какие. Все серьезнее, чем ты думаешь. Все живое стоит на пороге уничтожения. Мы пришли за камнем великой силы. А, ты говоришь о камне душ? Я видел его у лорда Джеды. Камень души у темного мессии? Это очень опасно. Я могу помочь найти его. Мы с ним близки. О, ты только не ревнуй. Мы будем весьма... А где сэр Артур? Я здесь. Следуйте за мной. Ну и походон у этого Артура. Так, а это у нас... Мы пойдем первыми, леди Морриган. О, не беспокойся обо мне, Артур. Я могу за себя постоять. Не все женщины принцессы, которых нужно спасать. Принцесса считает иначе. Неугомонный Артур. Итак, что у нас здесь? Полная развлекуха начинается. Оу! Что-то новенькое. Темная сущность. Ау. И камень душ. Джеда! Морриган? Взгляни на мое творение. Что за мерзость? Нет, это оружие. Симбиот, скорбленный миллионом человеческих душ. Сколько невинных жертв. И этого все равно мало, чтобы одолеть Альтрона Сигму. Для этого потребуется еще миллион душ. Джеда, послушай, ты не в себе. Камень души изменил тебя. Нет, Морриган, он открыл мне правду. Что значит миллион человеческих душ? Даже миллиард на фоне уничтожения всех душ. Я восстановлю баланс между жизнью и смертью. Пришло время царства тьмы. Совсем двинутый. Так, попробую объяснить иначе. Займись Джедой, а я разберусь с симбиотом. Сначала волшебник. Вам придется разобраться со мной.
Дормамму, зря ты сюда явился, Стрэндж. Это место станет твоей могилой. Неужели ты столь легко отдал Джедди темное измерение? Слияние ослабило тебя, Дормамму. Но я все еще сильнее тебя. Оу, ну что ж, давай посмотрим, кто из нас сильнее. Это мы сейчас узнаем. Мы снова встретились, Фенберн. И в этот раз моя броня так просто не развалится. Ну что же, давайте кто кого посмотрим. Дормамму. Ах ты, Дормамму, помню я тебя. Уха! Получил, выкусил. Лопух какой-то, если честно. О, а ты-то что здесь делаешь? Ты совсем с другой игры, братишка. И пора тебе отправиться обратно в преисподнюю. Ты смотри-ка, мелкий, а шустрый. Летун. Ты из эпохи Артура? Так, хорош, успокойся уже. Так, Стрэндж, ты умеешь что-нибудь еще делать, а? О, а, ну это мы видели уже. Но тем не менее, тоже великолепно. Оу. Вот это был фаербольчик. Так, попался, как говорится. Ну-ка, выкуси. Ну что ж, ребята, осталось совсем маленечко. Я думаю, мы его сейчас добьем. Да угомонись уже со своими шарами. Не пробить тебе меня. А это что? Оу. Довольно крут, крут. Так, этот летает все у нас здесь. Может, хорош уже летать-то, а? Мелкая горгулья. На-ка, вкуси всю магию доктора Стрэнджа. Оу, шикарно. Так, ну-ка, Артур, ты, по-моему, вообще здесь не в тему, если честно. Ты хоть что-нибудь-то будешь делать, а? Добежать-то сможешь хотя бы? Ни в какую не получается. Да, ядрин. Ядрить, макарить. Давайте-ка лучше опять Стрэнджем играть. Слушай, Дормамму, ты успокоишься или нет, а? Он меня просто не подпускает к себе. Еще этот летун. Ну ладно, с летуном мы справимся. Хорош. Так. Жаль, не могут они мне попасться под комбо. Хе-хе, мимо, лопух. Пять этот. О, вот сейчас было хорошо сделано. Еще разок. Блин, чуть-чуть осталось, совсем капелька. Буквально плюнуть в него, и все, ему конец. Ну, шикарно. А теперь летунком займемся. Ну что ты тут? Не пищишь-то больше, а? Все, спекся, братишка. Отправляйся туда, где тебе и место. Вот так-то. Предсмертный крик. Как пришли, так и ушли. Ну и смех у тебя, братишка. Какая красота! Нужно остановить это зло. Ну-ка, Стрэндж, покажи им во имя алых лент Цитарака. И что мы сейчас делаем? Бум. А что ты ржешь, ты идиот? Твое оружие уничтожили. Слишком поздно. Но как же камень? Битва проиграна. Пора удирать отсюда. Поддерживаю. Опа-на, мы, значит, пришли сюда за камнем. А камень, я так понял, исчез вместе с джедай. Нехорошо это все. Башня Мстителей. Через 90 дней после слияния. Танос схвачен, а башня без защиты. Пора разделаться с ним. Напомни, зачем мы этим занимаемся? Камни бесконечности слишком сильны для смертных. Чтобы использовать их, нам потребуется особое устройство.
Это был риторический вопрос, док, но спасибо за ответ. Спенсер, не мог бы ты подать вон ту муфту? Секунду. Знаешь, я могу изготовить тебе что-нибудь получше. Что-нибудь броское, а не в духе сделано студентом-неудачкой. Спасибо, не надо. Привязался к ней, да? Соколиный глаз Старку. Засек движение, расстояние 7 километров. Ну нифига он тут отбивается. Несколько целей движутся быстро. Это Альтрон Сигма. Заряжаю щит. Полная мощность через 60 секунд. Двое проскочили, идут к вам. Угу. Значит, нас ждет очередной бой. Старк, у нас тут незваные гости. О, да это ж лопушки. Продолжайте сражаться с врагами до тех пор, пока щит не зарядится полностью. Шкала заряда постоянно заполняется. Ну, это проще пареной репы. Так, Спенсер, что ты тут у нас вообще можешь? Ни шиша не вижу, блин. Ну-ка. Так, ну я пока смотрю, он ногами и руками фигарит. Ну? Что-то не срабатывает у него суперудар почему-то. Хорошо. Слушайте, а где... А, заряд щита, вижу, вижу, все нормально. Ну-ка, оп, промахнулся, блин. Давай-ка, железяка, устроим им здесь. Да ты что-то вообще тут ватноватый какой-то. Не можешь уже с дронами справиться. Давай-давай-давай-давай, бомбим. Почти половина щита заряжена у нас. Оу, и как всегда мимо. У них как чутье какое-то, а. Как я только собираюсь сделать суперудар, они сразу в блокировку встают. Ну все, ровно половина. Вот, это мы сейчас хорошо на лжбан прописали. Так, давайте-ка, ребята, кучнее встаем, кучнее. Блин. С двух сторон это паршиво. Да хорош, угомонись уже, малыш. О! Хе-хе-хе. Как тебе нравится? Ну-ка. Блин, да что ж такое, не могу я. Оу, я думаю, ему понравился этот удар. Черт подери, надо выживать как-то. Слушай, Спенсер, ты довольно неплох. Так, тихо. Хе-хе-хе, не успел чудило сделать. Ну, да неужели, елки-палки, сработало. Нифига он прописал так комбинацию, мне понравилось. Все, ребятушки, немножко осталось, и щит будет заряжен. Я думаю, буквально вот с этими двумя лопушками справимся, и отлично, у нас все получится. Да что вы тут распрыгались-то, а? Чуть шмеки. Все, отлично, ребятушки. Как вы видите, щит заряжен, а они ликвидированы. Да-да-да-да, конечно, конечно. Щит включен. Хорошая работа, Бартон. Можешь отдохнуть. Принято. Мощность щита 80%. Долго он не продержится. Тонко подмечено, док. А полезные мысли есть у кого? Мощность щита 60%. Старк, одни мы не справимся. Нам нужен Танос. Придется выпустить его. Как бы помягче сказать. Нет. Мощность щита 40%. Тебе весело, рожа? Тони Старк и доктор Лайт. Два милитариса, борющихся за мир, но породивших столько кошмаров. Думаете, ваши руки чище моих? Щит вас не спасет. Освободите меня. Внимание, мощность щита 20. Все. А вот и пицца подоспела. Так я не помню, мы будем Танос освобождать? Оу. Сам Альтрон. Танос, видим, ты поменял одну тюрьму на другую. Не желаешь склониться пред своим богом? Ты не бог.
Ты глупец. Владеешь величайшей силой во вселенной, а играешь с ней как ребенок, носишь как украшение. Ты выполнил свою задачу. Четыре оставшиеся камня бесконечности скоро станут нашими. Каково это — познать такую силу? Доктор Лайт, давай! Оу, что-то задумали? Ух ты, мы его поджарили, ребята! Он аж опупел. Оу, а вот и Танос пожаловал. И я думаю, сейчас будет очень жарко. Прям чересчур. Ты забыл, Титан? Мы повелеваем реальностью и космосом. В этот раз камни тебя не спасут. А ну-ка, Танос, давай-ка, я хочу за тебя поиграть. Ух ты, ёлки-палки, нифига себе. Просто машина для убийства. Ну ладно тебе, хорош, подурковал их. Хватит, давай, покажи свою мощь всю, полностью. Слушайте, довольно... довольно неплохие удары у него. Посмотрите, как он колбасит. Подождите, вот. Опа, извини, пардонче. Альтрон, по-моему, все, пора тебя на покой. Интересно, кто на самом деле сильнее? Титан или Альтрон? Так. Черт бы его побрал. Оу, воу. Разбушевался. Смотри, тихо-тихо-тихо. Отлично. Хе-хе-хе. Как тебе мой бросок, а? Так-так-так-так-так, подожди-подожди. И еще разок. Блин, знать бы, ребята, удары, а? Ох, как я хочу их знать. Я ведь больше чем уверен, у него тут такие комбинации есть великолепные. И еще бросочек. Просто как бы в процессе игры неохота мне это все делать. Думаю, вам тоже это было бы неинтересно. И добивающий. Хе-хе-хе. Ну что? Альтрон, Сигма, что скажешь-то на это? Ух ты, ух ты. Опачки. Мы ему, по-моему, сломали камень. Мы... я... ты повредил меня. Ты повредил нас. Нам больно. Нужно отступить и отремонтироваться. Рано или поздно вы все станете нашими. Ах ты, паскуда мелкая. Слинял все-таки от нас. Луна забвения. Через 90 дней после слияния. Камень силы сокрыт в сердце космической станции. Луна забвения. Нам удалось определить его точное местоположение. Он здесь, внутри гравитронного ядра станции. Преодолеть защиту Луны забвения будет непросто, потребуется отвлекающий маневр. Так ты типа обычными батарейками пользуешься? Что насчет великого магистра Мэйо? Вступайте с ним в бой только в крайнем случае. Наша главная цель — камень. Все ясно? Похоже, это мощная штуковина. Какой была самая крупная цель, которую ты из нее убил? Ракета, ты меня слушаешь? Да-да-да-да-да. Приземляемся на Луну забвения, находим ядро, крадем камень силы, бум, возвращаемся домой и пьем коктейли. Хм, звучит-то неплохо. Куда ты собираешься? Поохотиться на великого магистра. Я с тобой. Майор Денверс, будет вам отвлекающий маневр. Используйте его. Нет, подожди! Ниндзя.
Ну-ка, ребятушки, давайте за этих персонажей поиграем. Гамора. Прирожденная убийца. О-о-о! И она полностью себя оправдывает в этом плане. Вы видели, какие у нее молниеносные удары? Я еще не знаю, что у нее за комбо-связка и какой суперудар. Отлично. Че, и это все, что ли? Ёлки-палки, я думал, мы будем драться долго, но не вышло. Этот человек, великий магистр Мэйо, вы знакомы? Он не человек, он повелитель тьмы, который может осквернить саму жизнь, изменив ее под свои извращенные желания. Похоже, ты неплохо его знаешь. Я уже 1000 лет сражаюсь с великим магистром. И эта битва стоила мне 1000 жизней, но, похоже, моя судьба неразрывно с ним связана. Одно но. В этот раз ты будешь не один. Утешила меня, да? Страйдер. Он человек слова. Эй, это еще что за болванчик? Зеро? 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 Нет. Я забытье. Программы его ядра были переписаны великим магистром. Нова, майор, давайте к ядру. Он наш. Вперед! Будьте осторожны. Оу. А он серьезно настроен. Ух, ну что же, давайте-ка. Что будем делать? Как говорил Эйнштейн, сломалось. Бейте, пока снова не заработает. Ну-ка, Икс, на что ты способен? Ёлки-палки, как-то ты так нелепо выглядишь. Да и больно управление у тебя какое-то идиотское. Смотри, какой этот шустрик, и я. Да. Смотри, какой этот, а, Зиро. А я вообще ничего не могу сделать. Как этот, как болванчик, действительно. Ну-ка, ракета. Да ладно ты. Что-то этот Зиро разбушевался. Так, ракета, давай доставай свои пухи. Хорош тут из какого-то... Из какой-то пуколки стрелять. О! Это другой разговор. Так, давай, давай, у тебя суперудар накопился. Да чтоб тебя, а! На, на! Вот так вот. Ты будешь, блин, суперудар делать, а, ракета, елки-палки! Во! Черт, раз два! Не сработало, блин. Да ну. Без перерыва он свои волны... Оу, тихо, сейчас, по-моему, ракета у меня погибнет. А ну-ка на дорожку. Черт, с два. Оу, все. Ну что, Икс, давай, твоя очередь выделываться. Ну неужели? Хоть что-то у тебя получилось. Черт, с два там получилось, блин. Вот это я понимаю. Отправил в нокаут. Отдохни, как говорил Эйнштейн. Ух ты, он, по-моему, прозрел, да? Икс? Икс, что происходит? Ты пытался убить нас, но мы не в обиде, ага? А это еще что такое у нас? Ядро? Скоро вы узрите смерть своего мира. Вирус переделает Землю по образу и подобию Альтрона Сигмы. А дроны уничтожат всех, кто будет сопротивляться.
Да ладно. Альтрон Сигма верит, что мы создаем идеальную вселенную, но мне достаточно того, что такие, как вы, страдают. Чё ты там бубнишь, блин? Так, 6 андронов... А, этих... дронов надо убить. Эй, а он еще там, смотрите-ка, шмаляет в меня. Вот так вот. Вот это вот, ребята, усложняет нам задачу. Да куда ж ты? Капитан Марвел, ядрёна вошь. Ты смотри, что творит. Из-под тишка там лезь. Ну-ка, давай. Нова. Черт, это не Нова, это какая-то, я не знаю кто. Размазня. Черт, летит, летит. Шар, нет? Нет, пролетел. Да ну, Нова, ты чё, прикал... О, вот что-то путевое сделал. Так, так, так. Не, я не спорю, он, конечно, такой довольно шустрый, но в то же время довольно ватный. Так, а мне еще пятерых надо тут шибануть, блин. Ух ты, классно он так душит. Это, ребят, как вы понимаете, захват. Опа, хе-хей. Вон, смотрите, что гад делает, а? Какие-то лазером стреляет. Блин, и опять мы мимо. Почему она этот удар делает только в воздухе? Я не могу врубиться. О! Всегда мимо. Я вот все думаю, а что если мы накопим с вами 4 заряда на суперудар? Что это будет? Так, давайте, еще 3 осталось. Ну давай, иди сюда. Вот так, ну-ка. Блин, мимо. Ай-яй-яй, я так бы, наверное, чувствую, хорошо бы я его прожарил. Хе-хе. Лопух. Стреляй, стреляй. Ать, и мимо. Опять что там готовит, а? Это хорошо, что ты промахиваешься. Так, давай-давай-давай, капиташа. Думает, я не видел, что он шар запустил, ага. Дудки! Ну-ка. Оу, я же говорил, что будет замечательно. Главное попасть. Так, смотри, запускает. Черт, я не успел, я не успел встать в защиту. На-ка, выкуси. Ну! Так, отлично, последний, последний, ребят, остался у нас. Иди сюда. Ну, Нова, давай. Что ты там? Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Как бы не так, дудки. Все, добиваем его. Да ты... Готов. Учудили мы все-таки. Ну, что ты там, радостный весельчак. Магистр. Смотрите на него. Великий магистр Мэйо. Страйдер Хирю. Благороден до конца. Я просто хотел, чтобы ты знал, кто оборвал нить твоей жизни. Страйдер, ты забываешь, что у смерти нет надо мной власти. Опа! И все же ты умрешь. Пока, магистр. Кислых щей. Благодарю тебя. Наверное, не часто ты такое говоришь. Вы смотрите-ка, ребята, мы спасаем своих персонажей, и наша коллекция пополняется. А это уже ядро. Сейчас мы вытащим отсюда камушек. Выглядит таким незначительным. Не обманывайся его видом. Этот камень — источник неописуемой силы. Камень силы. А я-то все думал, почему он так называется? Икс, забери камень. Не знаю. Имею ли я право владеть такой силой? Смогу ли? Я займусь.
Пошли. Этот воришка уже все имеет при себе. Запущен протокол Геонезиса. Вирус Симы готов к использованию. Очистка ядра. Здравствуйте, приплыли. Икс, в чем дело? Что происходит? Гравитронное ядро — это оружие. И оно заражено вирусом Сигмы, а его цель... Земля. Вот те раз. Башня Мстителей. Откуда? Ого. Вот вернутся домой родители. Титан на свободе? Долгая история. Мы потеряли камень души. Он у темного мессии Джеды. Ему удалось создать симбиота и скормить ему миллион душ. Кажется, мы нашли ваш потерянный камень. А еще демона и его питомца переростка. Где? Воу. Другие камни неподалеку, я чувствую. Да, с их помощью я смогу спасти этот убогий мир. Ё-моё. Джеда, успокойся. Оу. Фига тут хрень. Проехали, мы вас видим. Мы уже в пути. Могли бы и лифтом воспользоваться. Ладно, а у кого еще есть плохие новости? Старк, это капитан Марвел. Меня слышно? Ясно и четко, Кэрол. Камень силы у тебя? Так точно. Но у нас возникла проблема. Луна забвения исторгла ядро, зараженное вирусом Сигмы, и оно летит к вам. Предполагаемая точка удара. В 2 милях к северу от центра Нью-Метро-Сити. Как удобно. Мы еще никогда не сталкивались ни с чем подобным. Перепробовали все, что могли. А на нем не царапины. Сделайте все возможное. Если вирус достигнет Земли... Принято. Старк, как слышно? Наконец-то. Слушаю, капитан. Камень времени у нас. Приближаемся к городу. Будем через 7 минут. Лучше через 3. Ёлки-палки. Нужно остановить его. Симбиоты уязвимы высокочастотной вибрации. Генератором сигнала церковных колоколам. Удачи в поисках церковных колоколов в этом районе. Он мой. Нет, стой! Ой! Вот так вот. Черт, опять! Че, веномом, что ли, стал? Ядрить тебя на корень, а? Не одно, так другое. Здоровья Кайбро на себя, а вы помогите мелкому. Мелкому-то какому? Узрите мой шедевр. Твою душу он поглотит первым. Ух ты. Нет, Спайдермен, просто какой-то черный. Я думал, будет Веном. Шикарно, Хагар. Давай, круши его. Да он такой же, как Спайдермен, только черный. Можно сказать, злой. Так, он задолбал уже тут мельтешить, а? Гомонишься ты, а? А, вкусил кулачков-то? Я тебе еще бросок не делал. Прогибом. Так. Нет, не достанет, да? Хотя, почему? Все шикарненько получилось. Добить осталось только, и все. Фу, вата. Одним словом, вата. Оу.
Во-во-во-во-во, вот то, что нужно. Им не нравятся эти звуки. Ах ты! Доставь камень в башню, быстро! Оу, опять тут кто-то помешал нам, а? Возможно, вам удалось спастись от симбиота, но со мной вам не совладать. Отдай мне камень, и я оставлю тебе душу. Если бы мне давали по доллару каждый раз, когда делаю такие предложения... Хо-хо! Ну что, братишка? Джеда, пожалуйста, остановись. Люди, они не... Скот, коим мы питаемся. И я всего лишь выбраковываю стадо. Ты познаешь страдания каждой своей жертвы. Познаю. Я буду ими наслаждаться. Ну что ж, давай понаслаждайся. Души, что ты забрал, лорд Джеда, за них придется расплатиться болью. Скажи, демон, готов ли ты искупить свои грехи? Да я думаю, он ни к чему не готов. Просто пора его проучить хорошенько. Оу. Морган, да ты красотка. Ты, оказывается, умеешь выпускать ракеты. Это уже что-то. Слушайте, ребят, ну... Он довольно сильный. Да, конечно, конечно, ага. Думаю, что коса его спасет. И вот эти всякие фокусы. Да блин. Че вытворяет, а? Смотрите, бомбит просто связками. О, моя очередь. Давай, 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 давай. Ну, конечно, конечно. Пробьем мы его, этого Джеду. Пробить бы его хорошенечко, а? О, пошло, 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 пошло. Ну что, ребята, осталось совсем капелька. Да ё-моё, блин, ну... Что ты тут еще вытворяешь? Блин, опять это Infinity, или как он там называется? Ого, ого! Да. Заклеймил он меня. Так, ну-ка, давай-ка. Морган. Ого, вы видели, у него опять хп... Во, молодец. Он, кстати, хп себе восстанавливал. Ну, я думаю, Морган с ним справится. Отлично. Чёрта с два, блин, мимо. Давай, 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 не дуркуй. О! Как тебе понравился этот бросочек через бедро? Да вы посмотрите, он просто не дает подойти. Начинает тут всякие сальтухи, херухи. А ну-ка, куси. Так, осталось чуть-чуть добить его только. Вот так вот. Голодранец. Чертов. Все-таки мы его вздрючили. Старк, нам бы не помешала помощь. Кавалерия уже в пути. О, Халк, родной. Данте. Ладно, если не можешь поразить тело, отруби голову. Можете пока поиграть с симбиотом. Ага, вот так-то, беги-беги. И еще одна партия пришла. О, привет, ребята. Старк, лови. О, Кэп, а я подарка не припас. Вошли в ионосферу, пытаемся нейтрализовать вирус. Кэрол, не слушай тебя, повтори. Попытка провалилась, ядро вошло в атмосферу. Вы сделали все, что могли. Возвращайтесь в город, нам пригодится ваша помощь. Принято, прости, Кэп. Итак, какие у нас варианты? Поглядим. Нас может прикончить взрыв, вирус или симбиот. Или все сразу. К черту все это, хватит сопли жевать. Нова, майор, приготовьтесь, иду к вам. Правильно, нечего расслабляться, сопли жуи.
Да, выход есть. Если вы готовы довериться мне. Вот так вот, ух ты. Черт, да куда ты там своим копьишком-то? Я ему все нипочем. Блин, по барабану просто-напросто. Ну-ка, Стрэндж. Ничего не берет его. Ага. Ракета, нам срочно нужны X и Zero. Сделаем, Кэп. Капитан, у нас гости. Проклятие, защищайте камень времени. Че, опять с ним что ли драться, с этим джедой? Точно. Нажмите ЛБ, чтобы применить всплеск бесконечности и высвободить силу своего камня бесконечности. Используйте прием для заряда шкалы камня. Немножко не понял, но попробуем. Да ладно, хорош там блокировать мои удары. Вкуси. Нифига он сбил. Так, отлично. Что творится, пляжу я, а? Давай, давай, давай. Америка. Оу. Я смотрю, ему нравится. В воздухе просто перехват и головой об землю. Да как бы не так, сынок. Давай. Черт, в блок встал, а? А было бы неплохо, довольно неплохо. Хуже нет, когда зажимают и начинают проводить свои комбо-удары. Ну этот джеда все-таки, как ни крути, довольно такой шустрый малый. На хромой кобыле к нему так просто не подъедешь. Так, осталось совсем маленько. Инфинити Шторм он применяет. Да посмотрите, он сразу себе половину хп восстанавливает, а? Так, ребят, надо мне тоже использовать камень. Что там надо нажать, я же забыл. ЛБ, что ли, вроде бы так. Так. По-моему, ЛБ. Или нет? Или мне нужно, блин, полностью эту шкалу заполнить, а? А может быть, я и так справлюсь? Оу! Вот теперь посмотрим. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Просто порвал его. Кстати, да, пришлось применить Infinity Storm за камень. Говорят, враг моего врага мой друг. Но ты капитан исключения, что подтверждает правила. Нет! Такая сила. Жаль, что придется уничтожить ее. Вместе с тобой. Хм, как интересно. Синку! Так, опять у нас. Думаешь, ты силен, демон? Я покажу тебе истинную силу. Ты жаждешь смерти, Титан? Ты ее получишь. Ну-ка. Второй раз у нас с ним схваточка. Эй, куда ты бьешь, блин? Танос. Да ладно. Ты что ты творишь, а? Блин, а поменяться я ни на кого не могу. О, ребята, я научился делать удар. Вот я его сейчас тут... Ну что, сынок? Как говорится, не могу к тебе подойти, буду телепортироваться. Давай. Оп, а я уже сзади.
Так, подожди. Оп. Так, погоди. Оп. Замечательный удар. Причем довольно легкий. Ну, у нас почти на равных с ним хпшки. Так, надо чаще телепортироваться. Блин. Да вот, блин, я уж думал сбежал, но не тут-то было, а. Да, теперь у него преимущество. Сравнял хп. Так, главное сейчас не сглупить. О! Да блин, ну... Танос, давай. Вот. Еще ударчик. Вот сейчас последний. Готов, огурец. Нахлобучили мы его, ребят. Нахлобучили. Слушай, довольно такой серьезный вражина этот Джеда. По крайней мере, один из сильных. Будь ты проклят, Танос. Надеюсь, симбиот поглотит вас всех. Пусть уходит. Нам нужны камни, немедленно. Так, у нас же все равно не все камни. Паучок. Что-то задумали, а? Что-то буду делать. А, вот тут еще это, ядро летит. Отдай камень Никсу. Тебе идет. А что они собрались делать? Готов открыть огонь. Ага, активирую три камня. Доктор Стрэндж, вы не могли бы перенаправить? Разумеется, капитан. Одну секунду. Даже так? Давайте. Ага, вот оно даже как. Ёлки-палки, это же, по-моему, вирус. Оу. Неудачно вышло. Вирус Сигмы, мы опоздали. Капитан, они без сознания. Заброшенное царство. За 3 дня до слияния. Я знаю имена всех, кто жил, кто умер и кто еще только родится. И все же я не знаю, кто ты, демон. Объяснись. Госпожа Смерть, я Джеда Дома. И я не из этого мира. Моя вселенная тебе не подвластна, а герои там, по сути, бессмертны. Но все они могут стать твоими. Чего ты хочешь взамен? Равновесие? В моей вселенной, равно как и в твоей, живых стало куда больше, чем мертвых. Они жаждут того, что по праву принадлежит нам. Свои души? Что же ты предлагаешь? Союз, мир, порожденный нашими вселенными. Идеальный баланс между жизнью и смертью. Для столь амбициозного плана нам потребуется все 6 камней силы. Оу, камни бесконечности. Я знаю того, кто превыше всего на свете желает обрести их. Обрести меня.
Святилище смерти. За 2 дня до слияния. Чем я могу служить тебе, госпожа? Мне наскучила эта вселенная. Я хочу изменить ее. Как пожелаешь. Камень космоса. Первый из 6. Камень реальности утерян. Не утерян, но спрятан в другой вселенной, за нерушимой стеной. Нерушимый для нас, но не для Альтрона. Святилище смерти. Интересное предложение, Титан, но все же... Я мог бы убить тебя и сейчас же завладеть силой камней. Зачем ты мне? У тебя нет души, машина. Истинную силу камней тебе никогда не постичь. Но этот город и все его чудеса могут стать твоими. Сила, сравнимая с мощью камней бесконечности... Камень космоса перенесет нас к границе города, но барьер... Мне достаточно пожелать, и защита города исчезнет. Я могу уничтожить тебя, чужак, изгнать из систем, переписать само твое нутро. И я могу сделать то же самое с тобой, Сигма. Тогда мы оба исчезнем. Какая жалость. Твой код впечатляет. Твой прекрасен. Ода порядку и рационализации. Но форма твоя, нелепая пародия на плоть, ужасна. Она не первая и далеко не последняя. Лишь инструмент, к которому я не испытываю никаких чувств. Так давай же объединимся, дай мне освободить тебя. Зачем тебе это? Вся органическая жизнь должна быть уничтожена. Огонь всех душ потушен. Согласен. Что ты предлагаешь? Убить их всех. Есть и другой путь. Позволь продемонстрировать. Абель-Сити, лаборатория Сигмы. Наконец-то. Устройство, вытягивающее силу. Нормуль, да, так? Ха-ха, да не тут-то было. Альтрон. Нас зовут Альтрон Сигма. Теперь мы одно целое. И условия нашего уговора изменились. Какое разочарование. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этой ноте я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.